Привет! Ты на канале Кай Стример, и сегодня посмотрим бета-версию обновы Liberatate. Данная бета-версия доступна для всех игроков, у которых есть игра в Steam. Для тех, кто не знает, как принять участие, идете в Steam, библиотека, находите Liberatate, жмете правой клавишей мыши, свойства, переходите на вкладку бета-версия, затем кликаете по полю бета-тестирования и выбираете там Test New Updates Before They Go Public. Итак, что же привнесло это обновление? Добавили в игру 4 новых персонажей, 4 новые единицы оружия, 14 новых предметов, добавили возможность локального кооператива и еще куча каких-то небольших изменений, о которых разработчики решили не писать в Steam, но написали в Discord. Я сам Discord не читал. Итак, давайте начнем с новых персонажей. Так, 4 новых персонажа. Младенец, бродяга, техномаг и вампир. Все персонажи заблокированы, их надо, соответственно, разблокировать. Для разблокировки младенца достигните уровня 10 раньше волны 6. Это очень легко сделать, играя за мутанта. Бродяга. Владейте 6 единицами разного оружия одновременно. Но это просто выполнить. Техномаг. Повысьте параметр стихийный урон до 10 и получите 3 единицы построек. Тоже легко. Вампир. Здесь посложнее. Раскачайте вампиризм до 40%. Я уже всех разблокировал. Давайте сыграем. Итак, вкратце о персонажах. Значит, младенец. Вместо повышения характеристик при левелапе отращивает дополнительную руку. И так до 24 рук. Бродяга специализируется на различном оружии. Всегда увеличивает бонусы класса другого используемого оружия. Короче, вот эти все бонусы классовые, они очень легко у него раскачиваются. Техномаг. Специализируется на турельках и стихийном уроне. Значит, за каждую постройку получает стихийный урон, за каждый стихийный урон получает скорость атаки. Стоимость товара в магазине увеличена на 20%. Модификации типа урон в ближнем дальнем бою уменьшены на 100%. И вампир специализируется на вампиризме. В игру добавили оружие и предметы, которые завязаны на стихийном уроне. Поэтому давайте сыграем за техномага. Думаю, наиболее полно сможем посмотреть обнову. Итак, на старте получает 2 турельки. Плюс 5% к скорости атаки за каждый стихийный урон. Плюс 2 к стихийному урону за каждую постройку. Плюс 20% к стоимости товаров. Ну и модификации типа урон в ближнем и дальнем боях уменьшены на 100%. Итак, с чем мы будем играть? Новые предметы завязаны на горение. Поэтому, может быть, воспользоваться волшебной палочкой. Может быть, шокером. Давайте пока шокером, а там посмотрим, как пойдет. Пятьдесят пять, ну, терпимо. Сбор. Шокер. Дерево. Гнилозубка. Сломанная челюсть. Еще шокер, волшебная палочка. Ну, смотри, как из рога изобилия. Самые лучшие предметы дают. Надо раз... Ничего себе. Надо разобраться, что такое постройка. У меня, в принципе, не было ответа и раньше. Ну, мины, вот эти огороды, это постройки? Или нет? Ну, как бы я и раньше не знал, а после обновы вообще непонятно. Надо больше у турелек, наверное, стоять. Вежливый пришелец.
Ну, такое себе. Ну, как понятно, что если ты очень крутой, то это хорошая вещь. Но сейчас сыкотно немножко. Не, сыкотно. Да, инженер возьму. Еще давай. О, неплохо, неплохо. Не, ну как ни крути, все равно и турелька-то не близко расположена, поэтому приходится ходить все равно, собирать. Пойдет. Шапка пидорка. Тоже надо взять. Где коробки? Это извечный вопрос, который меня всегда мучил в Братейта. 156. Хороший улов. Может, хипешку? Дайте хипешку. Сбор еще. Давай сбор. Боксерская перчатка. Урон в ближнем бою. Я даже не помню, а что она раньше давала? Так же? Неплохой улов. Бронька. Ну, давайте броньку. Кусочек тортика. Блин, сколько классных штук. Шарики почти все собрал. Надо усилитель расходника брать. Только не дают. Десять сбор, давай. Так, смотрим. Два стихийных урона за каждую постройку. 14, а станет 16. Ж говорил? Говорил, говорил. Вампиризм. Мне кажется, это хорошая вещь. Даже с минусом таким по сбору. Так, яички, яички, яички.
Здесь хорошо яичницу сделали. Яйцо Бенедикт. Картофельный повар готовит яйцо Бенедикта из инопланетянина. Шикарно. Блин, вот разрываюсь. Давай, 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 вот это, вот давай, давай, давай. Не успею, не успею добежать до дерева. Ёжик. Дайте броньку возьму. Ничего себе. Ничего себе. Так. Ну, хорош. Урон-то неплохой. То есть это же поддержка у нас. Вот такая должна быть поддержка. О, неплохо, неплохо. Металл-детектор. Ой, ну давайте возьмем. Грустный помидор. Нет, наверное, все-таки. Блин, 29, это такие копейки, конечно. Плакать хочется. Ну, что-нибудь получше есть. Ну, давай вот эту. Ритуал. Были бабки и все, бабок нет. Вот новый предмет. Вот все, короче, все, 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 все нужно. Заводная оса. 10 к скорости атаки, 5 к скорости. Глазная хирургия. Так, а дальность здесь? Ну, здесь маленькая дальность. Да, здесь. Так, ну нужно сейчас нормально заработать. Надо стоять, наверное, у турелек и прожаркой заниматься. Подрывайтесь на минах, дурачки. И коробки тащите. Ну, а деревьев здесь нет, конечно. Ну, замечательно, что. Да, многовато противников. Ну, хотя бы одну коробку дали, сжалились. Ну, ладно, дадим коробку, не плачь. Ну, смешно просто. 560. Котелок. Да у меня свой варит, но возьмем. Дальность. Хинова. Хипешка. Вот это надо взять обязательно. Так, давайте приоритизировать. Значит, заводная оса взять. Свечка. Взять. Глазная хирургия. Но, в принципе, сейчас она мне как бы не особо нужна. Странная книга. Плюс один к инженерии за каждый стихийный урон. Это вообще просто зашибись. Ну и броня, уклонение, минус хпшка. Блин, классные какие штуки.
Да, но у нас на следующей волне ждет элита. Пятьсот четырнадцать. Привратник. Очень неплохо. Он бьет своим стихийным уроном. Поддержка сообщества. Так уж и быть, возьмем. Так, можно взять броню, можно что-нибудь... Ну, дайте броню, наверное. У нас хпшка. Ну ладно, давай так. Так, сейчас главное только не подохнуть. Не накосячить самому. О, собачка. Блин, тут надо не накосячить, реально. Обманула собачка. Расходники мало восстанавливают. Вот это, конечно. Не, ну первая элита. Первый раз всегда такой стрессовый. Разрывная турелька, так уж и быть, возьмем. Говорит, возьми еще инженерию. Ну давай возьмем. Говорит, хочешь трактор? Наверное, окупится. Ну, за стихийный урон 38. Инженерия 25. Да, мне кажется, уже все. Стандартные 20 волн пройдены. Где коробки-то? Возьмем стихийный урон. Давай возьмем. Так, а где новые предметы-то? Ну, родной. Повязка. Наверное, возьмем. Не, ну несмотря на завышенные цены в магазине,
Удается, в принципе, затариваться. Вампиризм возьмем. Костер возьмем. Кубик льда. Враги получают на 10% больше урона в течение 3 секунд при первом попадании оружием в стихийный урон. Возьмем. Сейчас орда. Так, маленькие вот эти чувачки. Но у нас какой-то вампиризм уже есть. 8% в принципе это уже, ну, что-то. Это способно реально вылечить. Но не так быстро. Вот я десятку пропустил. Ну, неплохой улов. Аптечка. Ой, ну давайте возьмем. Ну, мало ли кого-то встретим. Опасного. Стихийный урон. Ну, уже, честно говоря, даже не знаю, нужны мне эти шокеры. Я, в принципе, хочу другое оружие. Павлин. Такой. Давай возьмем. Тоже возьмем. 106. Ну ладно, давайте возьмем это так. Хотя непонятно. Не, наверное, не будем брать. Ну надо искать огнеметы какие-нибудь. Сосульку новую. Самое главное не пропустить сосиску. Потому что иметь возможность всех поджаривать, это очень хорошо. Это очень важно. Стеклянная пушка. Берем, конечно. Еще броню. А что еще есть? Давай хпшку. Ну давай броню. Инженерия. Цепь с ядром. Урон, броня. Минимальное время перезарядки между атаками составляет полсекунды. Ну фиг его знает, родной. Если какой-то супер гранатомет или это уничтожитель. Ну, нужна мне инженерия? Мне кажется, нет. Мне надо качать стихийный урон. Вот, утилизатор, да, возьмем. О, смотри, тихоходка. Турелька.
Еще турелька. Ну, родной, ну где новое оружие? Реролов дело на... А, смотри, как хпшка выглядит. Под тихоходкой. Ну, правильно сделали. Как бы шокеры хороши чем? Тем, что это поддержка, и ты быстро раскачиваешь сбор. ХП на минус 3 от скорости атаки. Ой, ну давайте возьмем. Урон, давай возьмем. Хипешка, давай возьмем. Мина, берем. Давай шанс на крит. Карандаш, жалко что-то, честно говоря. Клевер. Удача, уклонение на минус вампиризм. Возьмем. Где мои коробки? Ну а где еще чувак-то с коробкой? Не, он пропустил уже, что ли? Погиб. Постоянно недодача коробок. Кусок торта. Берем. Кибершар. Ну давай. Тыква. При пробивании. Какое тут нахрен пробивание? Два к инженерии турельки ставят. Давай. Урон вампиризм. Давай, давай. Ну охренеть, уже опять денег нет. Где нормальные штуки? Мерзавец. Не, ну это издевательство. Где новое оружие? Ты кто такой? Повар? Ну, кстати, смотри, а вообще он долго как держит. Смотри, рисует красные линии. Но скоро они превратятся в линии другого цвета. Рисовать их тоже надо уметь. Рикошет. Ну давайте, давайте. Вежливый пришелец, ну давайте. Вампиризм, давайте. Ой, мышь, давайте. Колбаска, давайте. Удобрение, уже поздно.
Ну дай мне новое оружие, падла. Пластиковая взрывчатка. Ну. Ну как так? Ну надо брать. Просто есть очень хорошее новое оружие. Вот вопрос, дадут его или нет. Это файбол. Взрывается при попадании. И там все на стихийном уроне завязано. Ну, видишь, не хочет давать, ну прям упирается. Просто нельзя быть таким. А подожди-ка, у нас это относится как? Поддержка стихийная. Ну, по-моему, файбол тоже стихийный. Вообще, где сосульки и где это? Файбола. Не, ну понятно, что каких-то там совсем нубасов мы вот так вот легко выносим. Я, честно говоря, даже не уверен, что мы легко боссов вынесем. А у нас без конца. Будет 60 секунд, наверное, на сражение с боссами. Честно говоря, выглядит это все не очень здорово. Ну, не хотелось бы до такого доводить. Свинья-копилка! Свинья-копилка, ты подумай! Молодец какой! Ну, к 20-й волне. Перестает, перестает работать с волной 20. Ой, молодец какой! Знает, когда предлагать. Смотри, уклонение 33, уже неплохо. Жареный рис какой-то. Ну что за хренотень? А нет, 90 секунд. А почему мне казалось, что 60? Или это 60 секунд в этой, как раз в обычном забеге? Что я все напутал? Ну то, что 90 секунд, это хорошо. Это действительно хороший шанс. Какие жирные материалы. Еще три к броне. Так, что быть, возьмем. Тоже возьмем тяжелые пули. Мне спасибо, не надо. Инженерия. А что-нибудь нормальное есть? Давай уклонение возьмем. Родной, ну сколько можно? Плюс хпшка за каждую броню. Ну это отстой просто. Волшебная палочка. Бесишь. Просто бесишь. Ну, я думаю, может волшебную палочку или что-то такое взять полностью стихийное. Он все-таки это как-то вкурил, что мне нужно
нормальное что-то. Ну, видимо, фаербол, он только это редкий. Ну, короче, как там это, эпический. Вот, и поэтому вероятность, что тебе его дадут, она очень маленькая. На старте его вообще не дают. То есть я его один раз видел. Не, ну это облом просто. Не дали покидать файбол, считай. Да и огнемета вроде нет. Тоже могли бы дать уже за столько времени. Мутация. Мутация. Я продам все только, чтобы увеличить шансы на ролице. Мышь. Ой, давайте мышь возьмем. Ты издеваешься? О, вот это хорошо, вот это тоже хорошо. Ну ладно, все-таки жизнь налаживается. А вы кто такие? Кстати, нифига себе, а что это такое? Как-то выглядит более опасно. Я не понял, а что это, урон мне не сносит? Что это за техника такая? Что-то я не вкурил, он меня бы убил просто. Это непонятная история. Ну как-то вот эти пускал шарики, они мне ничего не сносили. Как так возможно? При этом я подошел к нему ближе, то есть от него надо было, видимо, убегать. Ну непонятно, а как его тогда побеждать, если это срабатывает? Корона, ну ты здорово ты придумал, молодец. Как-то не очень щедро. Приманка. Давайте возьмем. Когтянка, давайте возьмем. Да, тут нифига так не наролишь. Вроде и расклад-то прям хороший, но в то же время кроликов не дали. Ассортимент сейчас вообще не посмотришь.
Не, ну наверное, не будем брать змейку еще одну. Тут хорошая вещь. Хватит издеваться. Ну почему стрелковая точно? У меня нет, блять, ни стрелкового, ни точного. Крыса мерзкая. Дай мне файбол. Прибор ночного видения надо взять. Собачка какая агрессивная. Даже более агрессивная, чем была. Ну так мы далеко, конечно, не уйдем. Не, ну куча новых предметов с горением, и нам ничего не дает. Видишь, ну урон, ну смешно ведь просто. Ну это 30-я волна, мне кажется, предел. Шрам. Да нет, бабки, колбаска. Вот тут хорошо. Стихийный урон, давай. Так, все, прибор ночного видения. Дальность, шанс на крит 45. Ты даже легендарку дашь, ну, которая не имеет никакого ко мне отношения. Какой же говнюк. Ничего не поделаешь. Кто знает, может быть это просто бета, и еще что-то внесут изменения в вероятности появления новых предметов. Ну хпшка-то отнимается. Видишь, так, раз и двадцаточку там сняли. Мед. Ну, хотя бы что-то. Горячие враги двигаются на 10% медленнее. Колбаска. То есть получается, есть гнилой зуб, а я его не взял. Гнилой зуб. И есть мед. Ну так, в принципе, замедлить-то противника, и улитка еще есть. Да. Видишь, кубик льда. Враги получают больше урона в течение 3 секунд при первом попадании стихийным уроном. Ну, три предмета пока. Оса, лед и... Лед, мед, оса. Видишь уже, как эта хпшка проседает. А сколько у меня броня-то отфильтровывает? Какой процентаж? 56. Ну, то есть, если я получаю двадцатку, то мне хренач-то 45, типа такого, наверное.
Ну, вообще хороший уже урон у противника. Ну, номер волны умножить на 1.5, в принципе, не сказать, что прям будет запредельный. Робот-странник еще может замедлять. Я бы с удовольствием взял, но я хочу новое что-то, новое. Давай огнемет возьмем, вот продадим вот эту шляпу и вот это возьмем. И у нас все больше и больше предметов стихийное тяжелое. Ну хотя бы не поддержка. Так, ну кто у нас там? Опять собачка и повар. Ну кстати, это хорошее сочетание. Такое можно покупать вполне. Не, ну видишь, я даже, ну никакого урона нет. Ну что это за огонь такой? Мне нужны мед-турельки, чтобы возле них тусоваться. Я половину не снес, прикинь. Да, но вампиризм, конечно, хорош. Вообще на изи справились. Бесишь. Кажется, даже если чит engine вставить и выписать себе 500 000 000, мне кажется, я не найду этот файбол. Просто у файбола нормальный урон, как у оружия дальнего боя. Ну, как я понял. Потому что здесь все растянуто, ну, во времени, пока он там разгорится, пока там что-то настакается. Ну, такое себе. А здесь моментально и взрыв. Увидеть фаербол и погибнуть. Ускоритель частиц 4. Тяжелая стихийная. При попадании замедляет врага на 2% за каждый параметр инженерии. На 82%. А, ну очень редко атакует. Да, но у меня скорость атаки просто херовая, а так-то у меня же это поддержка сообщества. Наверное, неплохо. Скорость атаки, если ну, в два раза быстрее, там 100%, то будет каждую секунду. Ну, а можно и, наверное, 200% сделать. Будет в три раза быстрее. Ну, нормально уже. Но это надо тестить. Надо сыграть за какого-нибудь пиромага. И потестить файбол и вот ускоритель частиц. Но уже в следующий раз. Как-то так. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И до встречи в следующей серии. Всем пока.